Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політичний експерт та соціолог Ігор Ейдман. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі. Добрий день. Ну вот мы действительно помним о том, что произошло в прошлую пятницу в Крокус-Сити-Холле. В концертном зале был совершен теракт, более 130 человек было убито, еще несколько сотен пострадали. Сейчас, когда прошло уже достаточно времени, можно сказать, уже почти неделя прошла со времен этого теракта, можно ли оценить, что этот теракт означает для Путина, для его власти, для его вертикали? Да, конечно, можно оценить, можно, скажем так, с большой долей вероятности предположить, что этот теракт являлся провокацией со стороны Путина, со стороны Кремля, со стороны российских спецслужб. Безусловно, уже сейчас ясно, что в нем принимали участие реальные исламисты, которые имели связь с ИГИЛом, с вот этим хорасанским, что ли, его подразделением. Однако, судя по многим косвенным признакам, вероятность того, что все-таки за их спиной стояло ФСБ и действовали они по приказу Путина, она очень велика. Я бы на эти вот косвенные доказательства вот этой версии мог подробно изложить, если вам интересно. Да, конечно, интересно. Мы видим много несостыковок, но вот интересно, какие доказательства видите вы? Да, ну смотрите, сначала мы возьмем как контекст происходящего. Как раз именно после выборов, а заметьте, теракт готовился до выборов, но произошел после выборов. Если бы он произошел до выборов, это было бы Путину крайне неудобно, потому что это бы как-то испортило ему малину, что называется, испортило бы его предвыборную кампанию, которая шла под девизом «Все хорошо, прекрасная маркиза». А теракт почему-то произошел после выборов. Причем тогда, когда Путин уже мог, что называется, бросить маску, и реально его чиновники уже сбросили маску и начали откровенно совершенно говорить о том, что Россия ведет войну и что ей нужно там освобождать, в кавычках, территории свои, якобы отторгнутые у нее Украиной. Но это как бы с больной головы на здоровую, но сейчас отпустим детали. Да, и в этот момент Шойгу заявляет о том, что нужно резко увеличить численность вооруженных сил. И все совершенно меняется уже риторика от «все хорошо, прекрасной маркизы» до того, что нам нужно срочно мобилизовать, как сказал Песков, общество, нужно срочно увеличивать вооруженные силы и так далее, и так далее. Надо сказать, что российское общество несколько расслабилось и устало от войны и стремилось к нормализации. Это было видно даже по официальным результатам опроса. С осени примерно количество людей, которые выступали за переговоры, было выше, чем те, кто требовали войны до победного конца. И в этой ситуации, когда у власти явно планы мобилизации новой, эскалации войны новой, общество нужно было как-то шоковым методом мобилизовать. Лучший способ сделать что-то нечто такое ужасное, чтобы общество ужаснулось, испугалось врагов, сплотилось вокруг Путина. Путин защити, Путин помоги. То есть произошло нечто похожее с тем, что произошло в 99-м году, когда Путин шел к власти. Заметьте, тогда тоже были провокационные теракты, взрывы домов в Москве и Волгодонске. Причем именно эти взрывы домов дали красно-зеленый свет для Второй Чеченской войны и, по сути, помогли Путину прийти к власти. Он даже на волне вот этой антитеррористической, в кавычках, истерии. Путин часто повторяет тот опыт, который был у него уже успешен, он повторяет его и в будущем, он его дублирует. И здесь новая провокация перед новой эскалацией войны вполне вписывалась бы в его планы. То есть контекст был совершенно очевидный. Если бы, еще раз сказал, если бы люди хотели навредить Путину или навредить там российским властям, они бы, конечно, сделали теракт до выборов, а не после, это, ну, с очевидностью. Теракт после выборов был выгоден именно Путину, именно в контексте его планов мобилизации общества для эскалации войны. Это первое. Второе — техника. Российские техника совершения этого преступления. Дело в том, что совершенно уже давно известно, и множество расследований есть в интернете, в том числе, которые проводила Ирина Славина, нижегородская журналистка, затравленная, которая покончила с жизнью самоубийством, самосожжением, затравленная ФСБ. Так вот, эти расследования свидетельствуют. Я выкладывал, кстати, линки на них, по крайней мере, на расследование Ирины Славиной в Фейсбуке и Телеграме «Эйдман News». Так вот, эти расследования свидетельствуют со 100%.
достоверностью, что российские спецслужбы с помощью своих провокаторов неоднократно создавали фиктивные ячейки ИГИЛ из гастарбайтеров. То есть собирали некий провокатор ФСБ, собирал вокруг себя гастарбайтеров, рассказывал им там какие-то сказки о этих игиловцев, о том, как они воюют с неверными, потом за деньги или с помощью каких-то посулов заставлял, мотивировал их принести клятву ИГИЛ, все это записывалось на видеокамеру, а потом людей или просто убивали при штурме якобы, значит, при штурме квартир, или сажали на длительные сроки заключения. Я думаю, что и та ячейка из преимущественно таджикских мигрантов, которая, скажем так, подозревается в террористической атаке на Крокус-Сити, она была создана провокаторами ФСБ. И создана, но в этот раз использована не для того, чтобы получить, как раньше они это делали, просто схватить их и получить новые звездочки на погоны и какие-то карьерные дополнительные возможности. Нет, в этот раз, видимо, по приказу политического руководства, эта ячейка была использована по полной программе, чтобы она организовала, реализовала вот этот совершенно чудовищный террористический акт, который должен был по плану Путина и его спецслужб как-то, значит, мотивировать людей мобилизоваться около Путина, против Украины и так далее, и так далее. Дальше мы видим, что вопреки всякому здравому смыслу, ответственность за этот теракт российские власти и пропаганда пытаются спихнуть на Украину. Видимо, изначально так и было задумано. То есть, видимо, они не нашли каких-то украинцев, из которых можно было слепить фиктивную террористическую организацию, использовать ее, пришлось довольствоваться таджиками. Но в результате, хоть там рядом даже не ночевало никакой украинский след, о нем говорят сейчас все российские СМИ и все российское руководство. Таким образом, они как бы... Это явка с повинной с их стороны. Таким образом, они фактически признаются, что они пытаются использовать этот теракт в своих пропагандистских политических целях, и вполне вероятно, исходя из этого, исходя из того, кому это нужно, да, они и сами этот теракт и организовали. Кстати, тут еще последнее, что я хочу сказать. Американцы, США, ЦРУ, видимо, они, так как они следят за коммуникациями в исламистских кругах, они, видимо, давно уже знали о существовании этой ячейки, но не знали о том, что она организована ФСБ. Они честно предупредили российские власти об этом, но российские власти проигнорировали. Потому что, как известно, главное в деле российского следователя — это в процессе расследования не выйти на самого себя. Вот Путин не захотел выйти на самого себя, поэтому фактически проигнорировал предупреждение американцев. Это лишнее еще раз доказательство, что это была все-таки кремлевская провокация. Это действительно были эти расследования, громкие расследования о том, как ФСБ создавала вот эти фейковые ячейки. Ну, вы только что об этом сказали, да, что таким образом они себе дополнительные звездочки на погоны зарабатывали. Как вы считаете, насколько эффективным будет вот эта продажа этой идеи про то, что это украинские, если что это украинцы организовали, что там окно в Украине готовилось для этих таджиков с автоматами, которые, кстати, не сменив машину и даже одежду, не выкинув оружие, ехали куда-то. Насколько эффективно смогут продать это российскому населению? Можно ли это оценить? Да, кстати, действительно, вы правильно вспомнили еще одно как бы косвенное доказательство того, что это все-таки акция была подготовлена или инициирована ФСБ, то, что они действительно всегда во время любых терактов, ограблений банков, там, не знаю, меняют автомобили. А таджики даже не подумали менять этот автомобиль и поехали на известном уже всей стране автомобиле по федеральной трассе и доехали чуть не до границы. Совершенно очевидно, что им дали зеленый коридор, чтобы принять именно у границы и потом нести вот эту ахинею про зеленый коридор. И, видимо, им прямо обещали, что их не задержат, и они смогут поехать границу, только, конечно, не к украинской, а к белорусской, которой гораздо проще пересечь, просто несравнимо проще. Да, что касается, удастся ли продать населению. Знаете, население России, оно не едино абсолютно. То есть в России нет такой мобилизации населения, вот для чего и нужны такие теракты, потому что Путин мечтал бы такой мобилизации, как была, например, в гитлеровской Германии или в сталинском СССР. То есть когда подавляющее большинство населения просто преданы режиму и готовы, и молодежь особенно, готовы идти за него в бой. Ничего похожего нет. Действительно, значительная часть населения абсолютно лояльна режиму и соглашается со всем чем угодно, но воевать она не рвется. Она не рвется воевать, она готова болеть за наших, в кавычках, у телевизоров. А идти в окопы, в промерзшие, они не готовы. Тем более не готовы идти молодежь. Опять-таки, по всем соцопросам, молодежь меньше всего поддерживает войну и Путин. Таким образом, население и эту, вот, скажем так, вот эту версию, да, вот провокационную о том, что это якобы украинцы,
теле населения такое, как бы помягче назвать, такой быдлоплебс, который сидит с пиваськом у телевизора, они, конечно, в это поверят. Но это не значит, что они побегут после этого воевать. Здесь, я думаю, Путин сильно просчитался. Я думаю, что они сейчас, конечно, российские СМИ будут поднимать истерии, они уже это изо дня в день делают. Но я думаю, что не будет такого, что в результате этого выстроится очередь в военкоматах и что-то в этом роде. Я думаю, что это население, которое телезрители, да, телетолпы, которые смотрят российских пропагандистов, они, конечно, будут кивать головой, возмущаться, но делать ничего не будут. Ничего не будут. Они даже не понесут там, я не знаю, как деньги свои, как это было во времена других войн, в какие-нибудь там фонды и так далее, и так далее. И, кстати, это из соцопросов тоже следует, что вот большая часть населения, при том, что они так пассивно вроде поддерживают курс Путина и войну, но когда я вас спрашиваю, а готовы ли вы, например, деньги отдать свои на войну или самим пойти воевать, сразу как-то энтузиазм резко снижается. Поэтому я думаю, что ситуация здесь не позволит Путину, скажем так, на 100% использовать эту провокацию. Конечно, конечно, они используют это и для нагнетения ненависти к Украине, безусловно, и для мобилизации, но это не будет того вау-эффекта, на который рассчитывали провокаторы во главе с Путиным и ФСБшниками. Мы действительно видели передовицы вот этих пропагандистских российских медиа, там все вот эти московские комсомольцы, комсомольские правды, ну все комсомольское, в общем. Все комсомольское выступило единым фронтом, там, очевидно, украинцы все это сделали, украфашисты, плюс, значит, эти как они, американские, лакеи Соединенных Штатов Америки. Короче, вся та риторика, которую мы уже слышим со времен, собственно, советских времен. Но есть еще один пласт в этой истории. Это, конечно, ну вот это обострение отношений с мигрантами, с трудовыми мигрантами, которых в России миллионы. Да, ну, то есть есть там официальная перепись, она говорит, там сумма, ну то есть сумма, количество точно меньше в десятки разов. И мы видим уже, как поднявшие головы российские нацисты, русские нацисты, да, они уже начинают угрожать людям, которые, как это, не славянской внешности. Куда может развиваться эта ситуация? Да, пропаганда ее кратко корректирует, она тщательно стрелки переводит с мигрантов. Пропаганде невыгодна антимигрантская волна, они стрелки переводят на Украину, на украинцев, американцев. Но националисты, конечно, они используют это для нагнетения ненависти к мигрантам. И уже есть информация о том, что множество гастарбайтеров просто бежит уже из России, в том числе и таджикских гастарбайтеров. Безусловно, это проблема, но пока власти, к сожалению, с помощью пропаганды, они все-таки контролируют ситуацию, и они никогда анализируют вот этот негатив, да, эту национальную ненависть, они канализируют по тем направлениям, которые им выгодно. Вот, например, выгодно было, когда была известная война против Грузии, интерроссийская агрессия в 2008 году, тогда канализировали ненависть против грузин. До этого канализировали ненависть против чеченцев во время двух чеченских войн. Потом периодически какие-то были припадки истерии у пропаганды против прибалтов. Но понятно, что сейчас жупил главное англосаксы. Ну и, конечно, Украина. Конечно, ненависть к Украине тоже культивируется. То есть они умеют манипулировать вот этой шовинизмом российским, ненавистью национальной в своих целях власти. Тут националисты поднимают голову, они уже обвиняют, например, Дугина фактически обвинил, или, по крайней мере, очень толсто намекал, что это евреи, Израиль отомстил так России за ее пропалестинскую позицию. То есть теоретически, если бы власти захотели, они бы могли это направить ненависти на евреев. Я думаю, что такие желающие этого так в России есть. Это, прежде всего, вот эти националисты, которые подавляющим большинством, к тому же антисемиты. И что немаловажно, что тот же Дугин, например, он является просто платным сотрудником, по сути, олигарха Константина Малафеева. Это такой известный православный товарищ, который участвовал еще с 2014 года во многих провокациях против Украины и в гибридной войне против Запада. Я вот думаю, что тот же Малафеев, например, пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы добиться некого передела рынка, передела собственности в России нового, чтобы отобрать собственность условных таких произраильских олигархов, типа Абрамовича и Фридмана, и отдать ему такому крупному русскому патриоту. Но пока Путин на это не идет, посмотрим, что дальше будет.
Да, слушайте, это же отдельная часть комментариев кремлеботов про израильский спецназ, который высадился что ли в Шереметьево в тот день. Ну, это вот отдельно разгоняется, то есть не совсем понятно, как это должно коррелироваться с официальной российской пропагандой. Ну, вот один из месседжей, да, по поводу того, что все не так однозначно. Мы тоже помним, как такую тактику российская пропаганда использует уже много-много лет. Отдельно мы видим, вот интересный момент, мне кажется, интересный момент. Отдельно мы видим реакцию официального Таджикистана. Помним, что Путин сразу же позвонил Эмомали Рахмону, президенту Таджикистана. Также вот мы буквально вчера разговаривали с таджикским политологом, который нам сказал о том, что, слушайте, ну 95% населения его страны не верят в то, что это вот эти люди это сделали, что они это все задумали, они там план этот составили и так далее. Как вы понимаете то, что, ну, со стороны официального Таджикистана не будет никаких, как это сказать, призывов к справедливому расследованию и даже, скажем, не будет, мне кажется, нот протеста, что вот этим подозреваемым до суда еще одному отрезали ухо, другого пытали электричеством, привязав гениталиям ему электроприбор, третьему, кажется, выковырили глаз. Да, нет, ну Таджикистан, дело в том, что Таджикистан сильно зависим от путинского режима. Режим Рахмонова сильно зависим от путинского режима. Это такой же авторитарный режим, такой полицейский, скажем так, там также подавляется право человека, там же никакой демократии нет. И он к социально близкому путинскому режиму довольно близок. Извините за тавтологию. Да, ну поэтому я не жду тут никаких сенсаций, что Таджикистан там начнет, что называется, протестовать очень сильно. Я думаю, что они там с Путиным договорятся. И Рахмонову, в общем-то, я думаю, глубоко безразлично, что его граждан там пытают. Что, кстати, вообще дичайшее совершенно нарушение всех норм и законов, и международного права, и чего угодно. Потому что даже если поверить, что они являются террористами, да, никто не разрешал, есть конвенция ООН против пыток. Нельзя пытать никого, в том числе террористов, тем более члены вредительством заниматься. Это совершеннейший абсурд чистой воды. И тем более это как бы, ну, очевидный преступник, которые совершают власти. Грош цена будет всем этим признаниям, которые они выбьют. А они выбьют, я думаю, из этих таджиков признание о том, что там за ними стояли какие-то украинцы, что, может быть, украинцы как-то там спонсировали или как-то манипулировали ими. Я боюсь, что еще и каких-то случайных украинцев в Москве возьмут и задержат. И также пытками выбьют признание и повесят на них соучастие. Такое тоже вполне вероятно. И я бы предупредил украинцев, которые сейчас в России, особенно в Москве, что они были крайне осторожны. Осторожно, а лучше уезжали просто из этого фашистского государства, пока не поздно. Да-да, мы понимаем, там визитки Яроша, телефон прямой Буданова, все это будет найдено. Тут есть и еще один такой момент, а вот тема того, что борьбы с международным терроризмом, глобальная проблема. Уже мы услышали от Жозепа Борреля, главного дипломата ЕС, что сотрудничает разведка ЕС со спецслужбами российскими. Макрон сказал, что готовы на сотрудничество. Единственное, что он сказал, что сам звонить Путину не будет, а вот на министерском, техническом уровне такое сотрудничество возможно. Мне кажется, тут есть угрозы того, что какую-то информацию, очень нужную для Кремля, таким образом Путин сможет получить. Не думаю. Уже никто, все-таки европейцы, может быть, и наивные люди, но все-таки не до такой степени. Они, конечно, уже ни в какие игры там с этим вурдалаком играть не будут, безусловно. То есть они, понимаете, это ну, политест такой. Они демонстрируют, что ну, это же понятно, да, произошел теракт. Есть явно там, как я уже сказал, объективно, есть там след исламистов, да. Ну, они говорят, выражают сочувствие, говорят, что не готовы сотрудничать против ИГИЛ. Вот. Но при этом говорят, что это абсолютнейшее одновременно резко осуждает и пытки, и резко осуждает того, что пытается сейчас больной головы на здоровый переложить, то есть на украинцев. Это все резко осуждается. Так что я не думаю, что Путин что-то здесь поимеет, и он вряд ли вообще на это рассчитывал. Тут главная аудитория этой провокации — это все-таки местная. Целевая аудитория — это местное российское общество, в кавычках, если есть там сейчас какое-то общество. Прежде всего, та его часть, которая обыватели. Обыватели, понимаете? Как
я уже говорил, российское общество, оно не едино, да, как есть люди, которые абсолютно не верят ничему, что исходит от официальной пропаганды российской. Их немало. Их процентов 15 даже по официальным опросам. Это большое число людей, да. Есть люди абсолютно фашистски настроенные, есть, которые сидят вот в телеграммах у военкоров и там оставляют безумные совершенно нацистские, человеконенавистнические комменты. Их все-таки меньшинство. И есть вот большинство, как я уже сказал, это пассивная телемасса, которая схавает что угодно из телевизора, с одной стороны, но с другой стороны не рвется воевать, не рвется жертвовать собой, там, понимаете, ради какой-то идеи. И идей-то никаких у них и нет. У них есть только такое некое брюзжание такое. Вот они брюзжат сейчас у телевизора. Ух, что творится, безобразие в таком духе. Ігор, спасибо вам большое за вашу аналітику. Хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був політичний експерт та соціолог Ігор Ейдман. Говорили про наслідки теракту у Підмосков'ї. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.